Всем добрый день. Ну вот сегодня мы будем переезжать на постоянное место жительства. Помидорки мои уже не помещаются на полке. Пришлось их уже вот так опустить вниз, расставить. Ну, самое главное, что погода наладилась, и уже можно нам переселяться. Сейчас мы их будем переносить. А вам я хочу показать, как мы подготовили теплицу для высадки помидор. Ну вот, начинаем мы подготовку теплицы, в которой у нас будут жить помидорки. Грядочки перекапываются уже второй или третий раз, для того, чтобы земля была и порыхлее, и потеплее. Когда перекапываешь ее, поворачиваешь снизу вверх, то уже земля больше прогревается. Как я говорила уже, теплицу мы затеняем. Вот мы уже натянули этот нетканный материал. Мы закрываем вот южную сторону и вверх, чтобы прикрыть все три ряда. Солнышко, ну, чтобы не пекло, особенно когда первое время посадишь. Все-таки они пока обвыкнутся, пока приживутся, чтобы солнышко их не спалило. Материал мы берем не толстый, только для затенения, ну, чтобы не затемнял так уж сильно. Материал не 60, а 30, по-моему. Ну да, вот на 30. И ширина как удобно. Ну вот, теплица наша под помидорки подготовлена. Землю муж перекопал. И не один раз пролил хорошенько. Ее вчера пропиталась земля. Теперь будем подготавливать лунки. Сажаем мы помидоры через 35 сантиметров. Вот сейчас муж разметит через равное расстояние. Лунки муж делает вот таким приспособлением. Это обычная пластиковая труба на 100, как он сказал. И в середине, вернее, в верхней части он сделал вот такой рычаг для удобства. И вот так вот просто углубляет его туда вот в землю. Земля там остается, потому что влажная. Вытаскивает рядышком, высыпает эту землю. И луночка готова. Муж свою работу закончил. Лунки готовы. Лунки сделаны заранее, пусть еще денек, земля там внутри погреется. Ну вот, помидоры мы все перенесли. И теперь сейчас мы их будем сажать. Наливаю теплую воду, полную лунку. Вытаскиваю вот так вот помидор. Сильно поливать не нужно. Когда чуть-чуть вот влажно, но не мокро, ком не разваливается. Если мешают семидольные, их можно убрать. И затем мы вот так опускаем. Даже чуть-чуть можно затопить. Потому что корешочки появились сверху, значит, просится еще как бы поглубже. Вот так, пожалуйста. Ну, сейчас еще один покажу. Чтобы было. Вот так вот. Наливаем водичку. Вытаскиваем. Помидорчик убираем. Семидольки. Опа. Вот и все. Так ее сажаю. И сверху я уже больше не поливаю. Вот дней 7, может быть, даже 10. К этим помидорам подходить я совсем не буду. Та вода, которая находится там у корней, им ее будет вполне достаточно. Сейчас главное, чтобы помидорки там распрямили свои корешочки. Ну вот и все. Помидоры я высадила на постоянное место полностью всю теплицу. Помидоры я сильно не утапливаю, они не переросли у меня. Сажаю так, чтобы нижние листики не касались земли. Они не очень высокие у меня, поэтому это очень даже получилось. Если у кого-то, конечно, более переросшая рассада,
то тогда придется, наверное, лунки копать глубокие. Если вам интересно, как они будут расти, развиваться, плодоносить, возможно, дальше, будем на это надеяться, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. Возможно, будет кому-то полезен мой опыт. Рада буду встрече со всеми на своем канале.